Самая маленькая ящерица. Харгуанский сфера. Эта ящерица настолько маленькая, что ее размер составляет не больше 16 мм. Она может уместиться на самой маленькой монетке, достоинством 1 рубль или еще меньше. Эта ящерица спокойно помещается на головке спички или даже на вашем ноге. На четвертом месте у нас самая маленькая собачка Чиахуахуа по кличке Бубу. Ее рост составляет всего 100 мм. Представьте, она даже меньше ладони и спокойно себя чувствует и грызет свои пластиковые кости. На третьем месте нашего топ-парада самый маленький кот. Его зовут Мистер Пиблс, он живет в Америке в штате Иллинойс. Его вес составляет всего 1350 грамм, а рост его всего 15 сантиметров. Он очень капризный, и хозяйка не променяет его ни на какие сокровища мира. На втором месте нашего животного парада хомяк Пиви. Это уникальный хомяк. Его рост составляет всего лишь 25 мм. Для сравнения, это, ну, допустим, 10-рублевая монета. Рост этого хомяка прекратился после 3 недель жизни. Сначала думали, что это какая-то болезнь, но нет, это всего лишь великолепный шанс на уникальность. И вот на первом месте нашего топ-анимал-парада самые маленькие обезьяны. Они называются карликовые игрунки. Они проживают в Перу и в Бразилии, на берегах рек. Это самые маленькие обезьянки, их рост составляет всего 15 сантиметров. Они очень добрые, очень любят играть. И вот и все, уважаемые зрители. Рад был с вами познакомиться. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Если сильно понравилось, подпишитесь. Если не сильно понравилось, тоже подпишитесь. Я постараюсь исправиться. Рад был с вами познакомиться. Всем пока, удачи и добра.